Здравствуйте. Великий русский язык. Вот вчера мы это пробрасывали так-то не задумываясь, а сегодня здравствуйте. Самое главное пожелание, которое мы обращаем друг к другу. Будьте здоровы, живите, живите счастливо. Жизнь заставила нас вслушаться в родной русский язык. И жизнь же подсказывает, какие фильмы пропустить просто вообще нельзя. I'll still believe. У нас это название перевели как «Верю в любовь», и, в общем, конечно, убили половину смысла этой картины. «Я все еще верю». По смыслу надо перевести. И это важно, потому что это киноистория, основанная на реальных событиях. Потому что прототипом главного героя стал очень популярный в Америке христианский певец Джереми Кэмп, который собирает огромные аудитории, которого слушают, любят, ценят. А почему христианский певец? Это отдельное направление в Соединенных Штатах, как минимум. Это люди, которые стараются нести главные нравственные ценности в своих песнях. Скажем, я считаю эту картину главной не только в репертуаре текущем. Это одна из главных картин 2020 года для всего мира. При всем при том, что это не шедевр, это мелодрама, но сами обстоятельства иногда фильм поднимают и заставляют к нему обращаться. Дело в том, что это история того, как люди, обычные люди, очень симпатичные ребята, борются против болезни, как поддерживают друг друга, как картина, вызывающая слезы сочувствия, наверное, с 15-й минуты. И я гарантирую, что в зале не останется ни одного самого сурового, самого крепкого мужика, который бы в конце фильма не вытер глаза платочком, как минимум. И это добрые слезы, это слезы, которых не надо и нельзя стыдиться. Потому что это кино про то, как мы можем помогать друг другу перед лицом болезни, перед лицом беды, как мы можем спасать друг друга добротой, преданностью, порядочностью своей. I still believe you're getting married. Yeah. But will she get better? I don't know. Mom, son, you're only 20 years old. Это доброе кино, при всем том, что это кино трагическое. Понимаете, какая история? Сегодня нам необходимы, каждому из нас необходимы примеры того, как вести себя перед лицом беды, перед лицом болезни, как помогать другим. Потому что если мы этому не научимся, беда будет во много раз больше. В общем, надо просто пойти. Надо полтора часа поплакать. Отдать дань сочувствия героям, пережить с ними их беду и их победу и выйти немножко другим человеком. И выйти в наш сегодня существующий мир с большей готовностью этот мир менять к лучшему. Итак, верю в любовь, но помните, я все еще верю, как обязательный для просмотра фильм текущего репертуара, и думаю, не только. Кстати, у нас же век какой, мы же словам и добрым намерениям не всегда уже верим. Надо доказать, что эта картина пользуется успехом. Она за первый уикенд стала абсолютным чемпионом в американском прокате. Понимаете, парадокс какой. Картина, которая показывает, как себя достойно вести перед лицом пандемии, стала жертвой в определенном смысле этой самой пандемии, потому что сбили сборы текущие события. Вот такая вот беда. Ну давайте посмотрим эту картину и этим тоже нанесем удар по болезни.